Привет, сегодня мы делаем картофель на бумажной сиополитике. Так, берем один из коллекции Серги. Ну, давайте, берем, просто у меня есть несколько здесь. Давайте нажмем вот такую, вот такие серьги из, ну, из вот этих, с авокадиками. Они, кстати, очень милые. Ставьте лайк. Вот, еще, наверное, из секретных пакетиков из них. Ты чё, блин, мои тапки грызёшь? Там собака просто. Здесь, короче, из секретных сюрпризиков я бы взяла, знаете, какой? Нет, не вот эти, как вы подумали, да? Сейчас я хочу взять вот такой секретный. Так, давайте пока что уберу я. Кстати, в следующем видео я нажму новинку и какой-нибудь из Among Us. Ну, давайте возьмем вот такой. Так, у меня есть даже свой блокнотик вот такой. Сейчас я открою. Будем сейчас клеить из Among Us. Так, открываем. Сейчас найду открывашечку здесь. А, вот открывашечка. Вы первые смотрите. Я не буду смотреть. А, это вот такой Among Us. Сейчас я его приклею. Пойду за скотчиком и приклею его. Я ж забыла, у меня скотча нету. Вот я ж забывуха. Сейчас мы будем клеем карандашом клеить его. Да. Клеечком карандашом. Вы не послышали. Клей карандаш. Так, клей карандаш. Прям на коленке, на полу. Клеить клеем карандашом. Где еще ходит? Волосатый спиц. Так, а какой там? А, первый номер. На упаковочке. А я примазываю Бубуса. Пока что клеем карандашом. И приклеиваю его. О, приклеился! О, наконец-то! Так, давайте откроем следующий. Открывать будем. Ну и давайте откроем сережки. Давайте серьги. Ну, вот такие вот серьги. О, здесь вот такие мороженки нам попались, серьги. Сейчас я их приклею. Тоже клеем карандашом. Так, какой? Там тоже единичка здесь номер был. Это? Ждите вторую часть. Ждите. Там будет еще в следующей части новиночки, да. Ой, еще там много каких новинок будет, короче. А я сейчас все приклею без вас тут. Ну, конечно же, с вами, мои подписчики любименькие. Мы с вами как одна семья, как бы. С вами. Не со мной. С вами. Не я с собакой. Мы с вами, подписчики мои. Так, эти упаковки я выкину. И открываем секретный. Для него у меня, к сожалению, страницы нету. Открываем. Это на Хэллоуин. Здесь тыквочка такая, вот, вау, как круто. Но этот пакетик я себе просто оставлю, там, может быть, в ней будет храниться следующий сюрпризик, так, Хэллоуин. Так, у меня есть такая страница первая, там, для Хэллоуина. Так, положу, так, какой там, да, здесь не было номера. Давайте приклеим на шестерочку, так. Ну, на ней сзади шестерочка, как бы написано, значит, на шестерочку клеим цветочку. Ждите следующей части, и там будет много очень новинок. Уже сейчас просто говорят, что там будет очень много новинок, потому что сейчас мы распаковали где-то 3 пакетика, и все. Сейчас приклеиваю свою тыквочку. А, нет, мы... Она не клеится? Люди, скажите мне, это кто это мне подсунул? Клей-карандаш не клеящий, а?
Скажите мне, подскажите кто-нибудь, и я вам объясню, в чем проблема. А на этом все. Всем пока-пока. Пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь и пишите комменты.